елка, да, у нас вот так, да? Елка у нас такая. Да? Да. А прикиньте, елка у нас вот так. Так она так не может расти, она упадет. Мы увеличили рост растений в верхней части. Или елка там вот такая елка. Ну и так далее. Как хочешь, какой хочешь, такой вид и придал ей. Понял? Круто. То есть этот прибор, да, создавался для целей ландшафтного дизайна. Хотя эту технологию можно использовать хоть как, в том числе, понятно, и для злых умыслов, так скажем. Вот. Ну и другие там технологии были, всякие там летающие тарелки типа а-ля такси. Вот. Они такие в виде. Я вот что-то уже начал сомневаться, то ли они такие были, потом другие, то ли они были такие, как тарелочка, то ли они в виде таких песочных часов. Что-то были, по-моему, там технология такая там с магнитами. Хуй знает. А может и такие были. Вот. И у обычного населения не было летающих тарелок. Ну, в смысле, вот таких вот машин, так скажем, летающих. То есть летающие машины имели, ну, вот типа служба 911. То есть она называлась служба помощи. То есть по любому случаю тебе прилетают, помогают. Вот. Ну, то есть это наземный транспорт такой был. То есть заходишь, голосом говоришь, мне туда-то, туда-то. Другой заходит, мне туда-то, туда-то. Искусственный интеллект такой, оп-оп, покумелкал, чик, летит на первую точку, потом на вторую точку. Вот. Вот. То есть не компьютер, а искусственный интеллект. Ребят, а вот я хотел такой вот вопрос. Вы никогда не задумывались, почему служба такси в той же, допустим, США, да, имеет именно цифру 911? Ой, что-то я, да, что-то было тема, я забыл ее. Не помню. Если такси... А, это цифры... Подожди, вроде что-то как-то удобно набрать. Но нет, это, ребят, это частота вибрации свиста. Вот когда, вот посмотрите, все фильмы американские, они там свистят. Такси. Это свист. Проверьте, включите осциллограф, подключите микрофон и посвистите. И увидите, что частота именно 911. Непонятно. Служба спасения же тоже 911. Да, 911. А служба спасения 911, а что у каждого полицейского на шее висит? Свисток. Вон кто-то пишет, не ври, Паша, нахуй. Это вы и не врите там. Все правильно, все выходит правильно. Вы все врете. Да-да-да. Но вы где читаете? А, вы это, в Ютубе читаете, да? Алексей, вот ты сказал, что третья цивилизация, это да? Это не я говорил. Это не я говорил. А кто говорил? Не знаю. Да шучу я, шучу. Хорошо. Ну, когда она была, то есть, третья? Кто была? Ну, третья цивилизация, которую ты там задержался. Я не знаю. Приборщиком. Я не знаю. Мне это не интересно было. Это была не сама цель. Это была не сама цель. Я занимался туризмом. Ну, а ты долго там находился? Нет, недолго. По-бырому. Туда-сюда посмотрел, как ходят, где живут, как живут, какая одежда. Я это все запомнил, да. Сколько вот. По нашему времени? Я сильно не интересовался, что и как, да, мне неинтересно было. Я просто, вот, как сказать, грубо говоря, смотри, полетел ты в другой город, посмотрел, а, что у вас тут? А, прикольно, ага, а, тоже прикольно, ага, и съебался оттуда, все. Понял? Я тебе говорю, немножко задержался вот в третьей цивилизации, там, да, прикольно было. То есть я в третьей цивилизации был как технический биолог я был там. Технический биолог. А разговаривал ты там, как бы, ну, нет. Общался? Или нет, нет. Я воплощался, грубо говоря, в свои прошлые жизни.
А поскольку тут один человек говорит, что у меня душа старая, я легко начал гонять все глубже и глубже. Может быть, если озадачиться какой-то конкретной целью, то, может быть, я и получу какие-то результаты. Давайте придумывайте, давайте устроим аукцион. Кто придумает самую заебательскую идею, я попробую ее воплотить, потом рассказать. Насколько это... давай начнем с того, есть ли за антарктическим кругом новые земли. Не знаю. Мне это не интересно. А земля плоская или круглая? Мне это не интересно. Ну вот тебе уже вопросов нормально. Для аукциона. Думаешь? Ну и что? Как может повлиять эта информация на мою дальнейшую жизнь? Как минимум правильное мировоззрение. Как может повлиять эта информация на мою дальнейшую жизнь? Я это конкретный вопрос задал. А как, смотри, влияет ложная информация? Вот ты же будешь жить во лжи, допустим. Ты будешь смотреть на белое, думать, что это черное. Там меня сдали. У меня там было все пиздец, нахуй. Грубо говоря, моя оранжерея находилась в подвале дома. В подвале, я жил на первом этаже, было в подвал. То есть до нас старые хозяева вырыли подвал. Ну, сделали подвал. Я его оборудовал, все такое, лампочку там воткнул, таймер, все дела. Вот. И, грубо говоря, снаружи не было видно этого входа, понимаешь? Никто не знал, что у меня есть подвал. И мои же, грубо говоря, так скажем, не совсем хорошие, так скажем, знакомые, меня сдали. Вот, причем один раз такой получилась такая штука, короче, у меня в огороде стояла кушеточка такая. Я на нее лег, взял бинокль в руки и приложил так и смотрю. Но знаете, вот в чем прикол? Когда вы смотрите стоя в бинокль, да, у вас постоянно идет вот эта вот вибрация от тела, от рук, как бы, да, и вы не можете как бы вот это вот свои щупальца, которые у вас из глаз выходят, не можете сконцентрировать на какой-то точке. Так вот я что сделал? Я взял, лег лежа на эту кушетку, взял бинокль, приложил его прям к глазам, прям плотно, и стал держать, и стал всматриваться, короче, вот туда в небо. И вот прям смотрю, иду, и в какой-то момент я увидел, что вот эти шары, их там настолько много там в небе, они там прям как реально, как пчелы. То есть они как будто там, вот если опять же взять, опять же вот это пресловутый наш купол, да, подумать, что они как будто обслуживают купол. Что-то там делают, что-то там, не знаю, там варят, что-то там делают, короче. Такое просто как бы наблюдение было. Вот. Это было летом, короче, года два назад, где-то в районе августа, где-то вот так вот. То есть ночи теплые были, я просто вышел, как бы, и вот так вот. Ну, Да. Прочитай пару комментариев сейчас, да. Тут можно умереть от смеха. Паша, ты, блядь, эфир тянешь, я тут просто поцеловал, блядь. Я уже плачу, блядь. Я тоже. Вот, кстати, пишет в чате, они и солнце обслуживают. Возможно. Хорошо, может быть, они вообще все обслуживают. Все вот эти солнце и все остальное. Слава, дед. Ага, вот что интересно. Я тоже, кстати, хотел заметить. Беспилотники, так называемые гуси-лебеди. Система защиты Земли. Вот я тоже хотел об этом. Ну, знаете, вот тот, кто говорит гуси-лебеди. Я на них когда смотрел, может, у них только, конечно, интеллект, может, какой-то там типа искусственного интеллекта, но они себя ведут не так, как будто это беспилотники какие-то. Они именно как бы вроде как разумные. Вот так вот. Он сейчас проснется, походу. Вы там... скажет, кто здесь... Нет, вы там бухтите, да, как космические корабли бороздят просторы, а я пока посплю. Не, на самом деле, там в Челябинске сейчас 2 часа ночи, да, примерно?
Паша, ты молодец, вообще классно. Да, 1:43. А вот, а у нас 0:43. Вот вам тема. Вот вам тема. В чате. Вот вам тема. Или не тема. Кто знает. Расскажи нам что-то, Хаттабыч. Я чё, блядь, сука, блядь? Нет, ты не сука, блядь. Хаттабыч. Я уже занимался такой хуйней, я от этого устал. Я тебе говорю, он был на другой конференции. Давай, блядь, вещать, как радио, нахуй. А они такие, о, да ты сумасшедший. Да ты фантазер. То есть там регрессировал прямо при них. Путешествовал там в своей прошлой жизни, все подробно описывал, где я, что я, как я, что делаю, то есть описывал ситуацию, где я был. И он говорит, о, да ты фантазер. Один такой, ну давай ты. Он такой, ну давай. И у него вообще ничего не получилось. То есть он говорит, что я фантазер, и он такой говорит, о, я сейчас вам что-нибудь нафантазирую. И опа, и у него не получилось. Потому что идет такая своя рода, как бы, ну, защита от лжи, то есть он не может лгать, и а позывы-то у него солгать, и поэтому у него ничего не получилось. Да, вот это правильно, на самом деле так, так и есть. И у него ничего не получилось, он остался в жопе. Ну, врать — это искусство, надо, не каждый может красиво пиздеть, согласись. Нет, да когда ты что-то нормальное употребляешь, как бы тебе такое правду покажется, что ты не отличишь уже. И врача... Все зависит от твоего эволюционного развития. Если он низок, то, соответственно, да. А если уровень развития твой высокий, то никакие, грубо говоря, галлюцинации тебя не собьют с дороги, так скажем. Такая все-таки на планете Земля была эволюция? Да, я регрессировал и видел все 4 цивилизации. Мы сейчас 5-я цивилизация. Я все 4 цивилизации был, немножко задержался в 3-й, там было прикольно. Да, я там участвовал как бы при создании такого прибора. В основном цель была такая, прибор для ландшафтного дизайна. То есть прибор увеличивал рост растений. И он вот был предназначен для ландшафтного дизайна. То есть не для чего-то там, не без всяких там злых умыслов и так далее, а для того, чтобы садовники, грубо говоря, выращивали растения в каком-нибудь умопомрачительном виде.